Намутить бабки, что ли? Нет, я за ОД покупал все, что там надо за ОД. Ледяные шары, цирконы, все, что там требуется за ОД. Ну и плюс понял, у меня понял. На чарах было избыток ресурсов, которые я, в принципе, вот слил. Все, вы договорили? Да-да-да. Ну, давайте сейчас, как обычно, все, сноубольдер быстренько подводим, заливаем, они урон будут. Вот, потом черви выйдут, Митнери, как обычно, на кислотный, Валера на огненный. Стоим, танкуем, Геру прожимаем, заливаем быстренько червей. Вот, масхил я прожму. Что у нас? У нас бэров нет, так что старайтесь не умирать. Там видишь, вам пиздец, жмите бабу. Бенгрена МП5, кабает с кулаки, я раздам каски. Вот, что там? Выходит рев, также становимся под щиты орды. Сейчас метки для хилов поставлю, чтобы двоих сразу не морозил. Ну, кабает, постарайся это... цель. Ну, только анонсите, в кого дует. Я постараюсь. Сейчас релот пропишу. И хант, естественно, прожимает двухстая, чтобы легче было отбежать. СС, друидов у нас нету. Остается гангрена. Или ракомакафо. Ракомакафо будет более тонкий, так что ему... Гангрена бабл, если что есть. Так что лучше. Да, лучше мне СС. Бди лукобяйцу или локалмену? Не, кабаец пусть будет. Локалмен, у него есть раскол души, 50% сразу скинет. Так, ставлю метки для хилов примерно, чтобы в одном месте не стояли. Пиздец сложно. Сейчас еще не я забывать луну, новые обилки. Я луну поставлю. Я в луне буду стоять, если что. Вот так относительно. Вот, ну все, орел оббегаем, убиваем. Все как бы не сложно, как обычно, как в прошлый раз. Намазываю. Сейчас, да, намазывайте масло, пейте фласки. Да, мам. Не, ебаное масло, вот оно. А ты в центре будешь держать его, да? Не, я там нет, вначале. Не надо в центре. А с огня сразу убегаете, очень много наносит урона. Аура коня. Аура коня на огонь. Ты, да лучше сопрот здесь выпивать, Нари, тебе. Дайте мне каску и МП5 пакету. Чего у меня нет? У меня вроде все есть. А он в этом бане, ты не можем его. Ты из астрала его вытащил. Сейчас вытащу. Ты в демоне же? Ну вот. Что у нас? У нас мага друля. А, барабаны еще, блядь. Где? Сейчас поставлю, подождите. Да, я в демоне. У меня же 24, поэтому он папа шел. Каску не надо, каску я даю. Кулак дайте пету, у него же там все зависит от пета. А у меня, бля, три заряда осталось барабанов, надо будет сгонять купить. У него же без, зачем ему кулак? А, похуй. Все, так. Я дал ханту барабан, у него есть. У меня фуловые только... барабаны. Ну, потом скажу, когда у меня кончится. Все, набирайте раньше, но хилам в центре оставьте место. В ДД распределяйтесь, я пошел запускать и поехали. Пираторка, съешь рыбу? Я тебе вчера давал на 10 выносливости. Конечно, хп я, молясь, потерял. Ты скинь метки себе и мать на рю. На пул касочку, как... О, квадрат, как обычно. У нас всего один на пул, он знает. Так, тотем уже не стакается лемом, да, с демоном? Демоном нет. Ну ты крит даешь, поэтому все равно... Да у нас ретрик дает то же самое. Ну, разве крит дает орды, да? Да. Он просто увеличивает по 3% по цели шанс крита. Надо было то приставство. Герол нам шаман дает, про это забыл. А, ну да, согласен. И тотемы есть разные же. В том числе и на хаст. Сноубольд сейчас полетит, мы убегаем. Сноубольда в милизоне бить. Сноубольд вообще на танке. Подвел чуть поближе к пузику. Еще один Сноубольд заливаем. Да ёб твою мать, блять. Метку дал на Сноубольда. Похилите меня, Мейтнерия. Бегайте. Мейтнерия, прохильте. Сейчас прохилим. Забрал.
смотри, что делает, блядь, а? Снобольда не счастлива. Частичка, частичка слетела, пал. Снобольда заливать. Ингрена, ты тут? Ингрена. Частичку повесь. 30 секунду стаки спал. А, все, она висит. Снобольд, снобольд, снобольд. Забрал. А, вижу. Метку дал на снобольда. Вас наебываю теперь, ДБМ. ДБМ. Бейте, босс, не убивайте. Минута до следующего босса, как раз успеваем. Хорошо все. А где? Все. Ну поднял, охерит, что-то. Сейчас заберу, блядь. Да, у тебя стаки. Я сейчас тебе отдам. Поставили дать боб. Все, ок. Ждем кислотную. Да не надо уже. Геру. Давайте Геру. Демоны, я думаю, это, блядь, это зеленая херня летит какая-то, блядь. Вот, а пошла на танка, пожалуйста. Монки, монки, монки. На мне токсин. Да я все разморожен. Да. Я заморозился. Бабл прожимал. А, все. А, все. Осторожно. Так. Сейчас нужно в этот меня бегать медицину. Блядь, А, наебать далеко. О, гангрена, бабл, бабл, бабл. Блядь. Ну, он скинул агро, а я размораживал. Ну что ты ждал, несколько раз же тебя ударил гангрен. Валера, прожимайся, я тебя не прохилю. Нечем. Ладно, пойти. Лужа. Ну я видел. Кабается, не достаю, где он. Че зальем? Не могу поэрелить, Валера, говори что-то. Ну, что, блядь, просто льем. Все, что есть у вас... Горячая не... жилость, разбежались друг от друга, прожались. Один танк у меня, Матнери танкой. Какой танк у меня 20 хп? Я прожимаюсь или как? Все танкую. Неудачно тратится, потому что хил умер. Я пока размораживал, она вылезла, агро скинула. Ну мана сейчас сядет. А может еще раз пульнем? Давай уже потравим. У нас трое упало. Ну ничего страшного. Ну там набил, отойду пока. Тебе отдал. Угу, я вижу. Бля, ну все, да. Заходите в лужу, не успеваем вообще никак. Не, ну драй неплохой был. Ну да, если бы хил не умер. Там, короче, червяки, когда под землей ползут, то место, куда они приползут, помещается. Ну да. Так что танк мне надо, да, тем более. Танкам надо за этим смотреть. Я гро не обнуляю, да. Грубо поставил кушать. И что еще раз агро? Обнуляют, когда выкапываются заново. Ну я понимаю, говорю, я пока размораживал, не успел. А когда закопались червяки, вы еще в принципе двигаетесь, поэтому старайтесь в сторону танка бежать. Да я вроде портнулся в их сторону, но что-то хожу во сне прям. Я стою возле него, там два раза огонь ударил, только тогда его разморозил. Много, никак 25. А, да, первый раз не разморозил, да, его? Я подошел к нему, да, он не разморозился. Первого раза. Что, на первом трайне дали бафа дикой природы? Что кинул? Я кидал. А, был? Да. Ладно. Так, что там? Под бафом крест есть? Есть, посмотрите у себя баф.
Я еще, сука, фласку не выпил, охуел. Всем сказал, себя забыл? Ну. Так, все, запускаю, поехали. Я понял. Что ж, бух, сильно отстаешь по ДПС. Подтянись. Мне кажется, огонь часто кидается, нет, в начале? В начале, да, очень часто. Но он только в РДП. Там вот где вот эта освещенная сторона, где тень не падает, где солнце типа светит, там можно увидеть точечки, если на пол смотреть, точечки тени такие. Если заранее отбегать, если точка в тебя летит, то можно даже стаки не словить от огня. Блять, он через закрытые ворота идет, конечно. Где, блядь, локомотив? Прикольно. Бафы Редара и крылышки одинаковые, это висят. Монки. Монки. Ебать, 4 стака поймал. Очень много. Я один поймал, если так сравнивать. Уже 2. Стоит с этим. Иран забрал. Энгрия, надо ближе подойти. Но он в стане был, что-то. Похильте меня. Блять, забираю, забираю. Я заебался от огня бегать. Давай заберу. Заберу, похуй, стаки ловлю. Зато, блять. Еще порвет тебя. Вы сразу как только сбросили стаки, переоливаете. Ну сейчас он. Не получится. Так, я баблом сниму с себя стаки. Подержу. У меня снобальд. Заливайте снобальд. А стаки слетели? Стаки слетели. Сейчас снобальд забивает, забираю его тут же. Я баблом сниму с себя стаки. Знаю. Забрал. Я снял все стаки. Он снобальда. Босс. Давай, третий стак ловишь и забираю. Ага, сейчас держу дальше. Все, раньше наберите. Ты можешь от силы природы поставить это, нет? Нет, тут огонь и... Ну, да, он заявили чуть-чуть, но не сильно, лучше не надо. Все, поехали. Геру давай. Плотная утроба бьет силами природы? Да. Ну, следующий РТ тогда куплю чарку. Ну, заебись, паралич на меня улетел. Зеленые демоны прям пугают. Да, видим. Очень повезло нам. Уже во сне сейчас только 11, что ли. Уже во сне двигайся к танку. Все, все, нормально, стой там. Все, ок. Прохиливаем, прохиливаем. А кто? Том, почему? Сейчас огонь будет раскидываться, осторожно. Успел. Ну а Санколи не успел. Валера. Не успел, мне надо забирать босса. Тихо, тихо, тихо. Забыли про него, что? Прохиливаем его. Ебать, отводи. Бля, не достает я тебя. Сильно бля, только... я не могу ближе. Что я тут достал? Огонь пошел, братик. Ой, бля, разбегись. Во, во, разморозь. Женя, Женя, Женя. Лужа! Блять. Нет. Да. Во, все, спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ни шагу назад, пожалуйста. Гангрена ба... Бля, ну, хотя... Я подхиливаюсь еще тоже. Я на щитах прохиливаю. Ждайте гимн. Стою, где кабается.
Байт отбежал, это рейдер. Ага. Митнерим. Чё, где, блядь? Ползает, понятно. Иначе будет блевать и лужу лить. Она теперь всегда активна, вроде, нет? Нет, не меняется. Каждый раз. Гимн на ману поем. Лужа. Осторожно. Лужа. Вижу КД у меня. Вижу. Рвота пошла. Под лито не подходите. Скидывает, когда он только пассивный, да? Да. Все понял. Вот лужа на меня кинулась, точнее огонь. Блять. Рев? Забирать. Забирай Мэтнери, забирай Рева. Куда отлетим, туда отлетим сейчас. Осторожно. А что-то вообще мы в этот раз долго. Очень медленно, очень медленно. Закопалась, блядь. Сколько осталось? Бля, ебать, она в луже. Сейчас нужно будет разбежаться, танки прожмите, когда отлетим. Четыре орды идите, чтобы... А, да. Валера наоборот противоположную, чтобы она не додышала нас. Ну, с собой. Да, у меня уже, да. Все. Блядь, а чё мы так медленно убили, что-то я не могу понять. Потому что урона нихуя нету. На меня бежит. Меня убило. Ребят, ну очень мало урона. У нас жбух 5500 дает, это очень мало. Я, короче, на том КД двумя персами закрыл на фул, а одним персом до нуба дошел. Там мы всегда, короче, в одного танка проходили. Потому что если в два танка, нужно ДПС, чтобы люди больше давали. Тысяч по 9. Мы в прошлый раз спокойно. Мы свели червей тогда. Может, какие-то бафы были другие в рейде просто. Ну и просто больше ДПС было. Сейчас меньше. Давай сведем червей, может быть, масса их побьем. Червей самая здравая тема сводить. Только нужно, чтобы лужу кинул и проблевался, и потом уже сводить. Ну это я понимаю. Ну там сколько, ну хотя, бля, ну там немного урона успеть ввести, Грубо говоря, когда происходит блевотина и лужа, то после этого момента червя можно побить еще от силы секунд 10. Это как да, бы ну, явно не лям. Да, потом он еще блевотину даст, потом уже закапывается. Ну это даже не лям. Ну попробую, хорошо, я понял. В прошлый раз тоже, наверное, была чья-то червя лужит, но там вообще хуйня у него стала. Ну в одного танка мы просто на первом копыте отвалимся. Даже самое главное, когда белая обезьяна выходит, нужно, чтобы хилы с двух разных противоположных сторон, а именно да, обезьяны. Да, я поставил просто. Еще живы были черви. Форс-мажор у нас был. Еще по бафам, смотрите. Мы убили его до того, как, блядь... Точнее, убили червей, он сам пришел. Потому что мы уже червей убили. Локалмен, что не хватает? А пэту каску дайте. А сейчас, секунду. Серый, ты на хера идешь в самое начало? Или, блядь, РДД? Просто, блядь, у меня тотем, нахуй, далеко не бьет. Понял? Он в середине его поставь, что тотем. Опаляющий ставь, да и все, он нормально бьет. Он 5 минут стоит. Что он не достает. Не прожимайтесь, когда копыта добиваем, ничего не прожимайте, даже если там за минуту до его убийства. На 30% все уже, держите прожимки. Да. У меня трехминутка не откадешивается. Да, это. Ну, жмешь на смех лучше. На зеленого червя. Да. Нам его нужно залить как можно быстрее, чтобы быстрее свечь на следующих. Ну, я понял. Сейчас сведем. Наебошим. Ну, аккуратненько только. Если вот-вот лужа, ты говоришь, что подбегал нам. Я все понимаю. Стаки старайтесь не лутать, но не больше двух. Один еще лан, два еще лан, три уже много. Рядом с Мири раз. Ничего. Третий стак нам не жди, потом забирай. Ну я понял. Хожу во сне. Страшно. Третий стак. Монки хорош. Нобль. Заливаем. Твою мать, блять. Нет, одного стака не собрал. Снобальд на мне несу. Заливайте снобальда скорее.
Забрал. Но мне сноубольт на танке. Я подвожу прям под лицо. Нормально. Забрал. Вижу. Сноубольт. Не отдавайте никакие прожимки. Все, ждем, стоим. Давай, Геру, поехали. Ну, лужа есть, жду блевоту. Рвота пошла. Веду. Ебать, что за пот? Кто-то блевануло. Ну, я не уверен, что вы как-то можете накливать. Я сейчас... все, меня заморозило. Я один сейчас хил. Умираю. И не прохил. Да, у нас, видишь, в чем прикол был, потому что на хилов не накинулось. Сейчас вообще на пол рейда. Я-то еще встать могу. Вообще кидается на одного человека. Ну, да. Надо рейд держать. Да, надо рейд держать. Если кидается на одного, типа, то это считает, ну, идеальный рейд. СС не было? Не было, не было. Гангрена, ты до мытной арене достаешь. Ну, пока бейте. Там от меня сильно ничего не изменится. 2 минуты на босс. Но мы не успеем опять напариться. Да, конечно, он там закапывается секунд 15. Ой, огонь, разбегитесь, копается, холишь, бух. Оба, может, вообще скинуть. Вам огонь. Нужно отбегать от рейда, а не друг от друга. Вы дамажите всех. Все перед носом стоят. Под лицо сейчас забежал. Это не самое лучшее. Лера, прохиливайся сам. Я бегу к месту ее появления. У нас так, секунд 40 где-то. Секунд 15 где-то. Вообще показывает 2 минуты. У меня ДБМ. Да, минут 40. Это неправильно. Пиздец, а хули тогда? Сейчас, смотри, выйдет 5 секунд. Лужа. Не, ну это как-то вообще неправильно. Что так рано. Рвота пошла. Прожался. Желчно мне. Ну, через секунд 10, наверное, появится. Мне минута 20 пишет. О, минута лишь еще. Ну да, мытнери хватает. Не стоит только в ебенях, что для тебя доставал хил. Может, успеем залить? Бля. Пробуйте, пробуйте все равно. Блять, я дамажу. Какие защитные билки есть, все прожимайте. Особенно на откидывание. Танки скидывайте тоже защиту. Когда... Отойдите от меня, от танка. Бля, пизда. На, нахуй. Все, меня порвало. Ну, 10% считай. Не так уж и много, конечно. До прыжка должны успевать убивать. Можно, конечно, попытаться их свести сразу. Мы в прошлый раз сразу сводили их. Но проблема только остается лужа. Ну, то есть, грубо говоря, лужа появляется, мейтнери отводит свою, и тогда уже, ну, что успели, то залили. Ну да, давай. Ну, еще блеванет, блядь. Блеванет я отверну, это не проблема. Ну да, ну да. Проблема только лужа. Давай, у нас кропалика, в принципе, не хватает на ПС, поэтому достаточно будет. И наберите команду себе ранж 10, чтобы держать ее. Старый рыба. У нас мы в прошлый рейд 50 нажимали.
Ну, я говорю, может, там бафы у вас были больше. То же самое. Ну, такой же. Да почти такой же был сюда. У нас урона тупо больше было в тот раз. У нас один ДК был, вместо него друг был, по-моему. Да. Был Дюша как хил, и Женя, ты был как ДД. Потом мы поменяли. Мы добрали, кого не помню, добрали. Егора добрали. Егора добрали. Ликан пришел, по-моему, да, или нет? Нет, нет, Егор. Так, ладно. Пусть, ничего страшного. Убьем по-любому. Так, что-то у меня креста у меня нет. Смотрите по бафу. У нас ГБ есть эти скорости? Припоты? Ага. Да нет, конечно, но если надо, могу дать. Давай. Кинем, блин. Отлично. Я 4 штуки хаваю за файт. А, притвориться. Так. Все, все готово. Все запускают, поехали. Бля, как интересно лужу-то дамажит, как отвести-то, это же... Надо мастераур еще от огня прожимать. Гренов прожимаешь мастераур, когда будет накидываться этот брызги огненные? А у кого огонь? Первая аура у меня стоит. А, ну значит ты нажмешь. Скинулись брызги, сразу же мастераур. Я попытаюсь тебя прожинковать. Я здесь ловушку ставлю? Поставь. Именно на брызгах, да? Да, да, да. Блядь, ты что там, ебанутый? А чё с ним? Ебать. Здрасте. Блядь, давай я потанчу. Окей, танкуй. Не принципиально. А я забрал. Нужно гангрена. Забирай. А, ну все, уже старт есть. Похуй, сижу я. Сижу, значит, я, пока у тебя стаки не слетят. Ебать, что это за хуйня? Снобольд на мне. Снобольда подложу. Заливаем снобольда. Брал. Угу. Ушел. Все, красавчик. Гангрена не умер. Блять, он гангрена чего отвалился от огня, да? Танда. Оно стомануло, и я еще сало поймал, бля, не мог бабл прожать. Зачем ты близко подходишь? Ну и да, на переходке мы не успеем просто резнуть. Пока я шокину в себя. Да и не похили здесь на равного. Да. Да, так люто мана заканчивается. Нет? Гангрена. Да мана у меня было, чё мана? У меня стаки спали, прохиль меня. Сейчас стану на босса. Да не, хуйня, хуйня, все, в манке упал. Заходите в огонь. Вам вообще нужно быть максимально осторожным. В прошлый раз вообще на изи шли. А зачем близко подошел-то? На меня огонь 3 раза подряд кинулся. Я от огня все вперед, бей, получилось под босса. Понял. Молодец. Рыбу поставил, покушали, поехали сразу. Заметил, он кидает, кстати, огонь в одну и ту же точку 2 раза. Да нет. Он прям один и сразу второй. Получается, там, блядь, не одна лужа, а 2, блядь. Если на ходу находишь, то вообще ни одного стака не ловишь, кстати. Бегаю, 4 раскидываю, пару луж выведем точно. Я все этого первого вообще терпеть я не могу. Он, бля, сало кидает. Но... Ну это, хуярит, я все время его ловлю, блядь. Так ты близко не стоишь. Он не кидает сало, если ты стоишь в РДД-зоне. Вообще не накинет.
Да. В этот момент я стан понял, что со сноубольдом был. Все, все, вот есть. А не только миликов. Ой, миликов. Пикает косты. Ну, холи. Все, запускаю, поехали. Да, вот он меня кидаю, сейчас только забыл. Встаньте пошире, жбух, анхоли сейчас вперед уйдут. Хожу во сне, ты можешь там в сторону уйти немного. Или наоборот, пусть лок туда уйдет. Заебись, у меня ДБМ сломался. Охуй. Да, вот такая же хуйня, кстати. Отойди назад, потом пройдешь. Иди в жопу, а. На тебя кинется огонь, блядь, и оба полутаем. Я он не кинется, заебал ты. Я подхожу, когда он только выходит, сам отбегаю, что-то не нравится. В том-то дело, нахуя ты подходишь, когда он, блядь. Все, не ворчи. 4, 3, 2, 1. Кризал Док Ара. В этом огонь без меня вкинулся. Забрал. Вижу. О, нормально я выбежал. Сноубольд. Еще, еще чуть вперед. Вот, все, так вот. Блять, бежал, да, он еще. Летели, забираем. Ёб твою мать, блять. Мобальта второго залили. Сейчас уже закончится огни. Всё, ебал ты, пятыш, блядь. Так и спали, забираю. Нобальт на танке. Заливайте, Нобальт, скорее. Нобальт сейчас следующий полетит. Заливайте Нобальт на танке вроде. На секунду я заберу. Не, Сноубольд. Забрал. Забрал, уходи под жопу. Под жопу, куда ты уходишь? Тихо, тихо. Ну почему-то ДБМ, вот прибытие первого босса. Чем... Оранж, а, все, оранж 10, смотрите, набирайте. Корректно показывает. Частичка сейчас закончится. Льем ее пока. Че, она вылезла и вылезла. Да-да-да. Давай, Геру шаман. Все, я отвожу ее, чтобы эту не полутать, лужу. Сейчас подведу обратно. Все, лужа есть. Я тоже подвожу. Все. Блять. Рэнж 10, не забывай. Знаю, насколько вы кливаете, но надеюсь, кливаете. Ебать. Раз меня сейчас убил. Заморозит, Валер. Нужно будет меня быстро самого первого. Уже. Уже я здесь. Все, все вижу. Ну и вот она откинула, я толком не поклеивали. Нет, там какой-то урон все равно. Размораживай, размораживай, размораживай. Я бегу. Ну, 1,5 миллиона нанесли нормально. Андрей, она на тебя стоит, а я вижу бабу. Красава. Там сейчас огонь будет, готовься. 20 минут. Да. А на самом деле, а что ты не подводишь эту кислотную сейчас под огненную? Вообще похуй. Лужи, тем более, прям чаржись к этой, к моей. Блять, огонь, анхоли, кабая, жбух. Я бегу. Все, вот, вот тут. Пусть я... кабая подойдет. А, не, блин, не подойдет кабая. Ну. Я себя прохилю, если что. Все, ебать, она одна осталась. Ну, мы за минуту не сольем 2 ляма, блядь.
Успеем, успеем. Успеем, успеем. Выбор небольшой. Мне пора лич. Разморозь. Жгу. Ничего страшного. Им на ману, блядь. Похуй. Сейчас на кого кинет, тебя разморозит. На пул. Манки, ты сейчас сорвешь. Жижа, я отвожу. Отдал ауру. Ага. Рано, конечно. Блядь, нихуя. А, брызги на меня, заебись. Очень сильно пробивало. Поднажали, поднажали. Скоро брызги. Бля, я не могу... Еще Нет, 5 секунд. Дай 5 секунд сейчас, сейчас, бля, побегаем. А, на меня согрелся, на меня согрелся. Вроде бы. Нет. Я скинул да, себя. Все. Все, мы убили ее. Нет? А она закопалась, нахуй. Давайте, добьете, есть время еще. Давай, пока вы... Встань. Никто эти цели дыхания. Хил, встань, ну, набери метку. Кабая, сготовься, будем говорить. Быстрее, быстрее, 250 тысяч. Долили, добили. Кабая сейчас будет дышать. На меня дышит, на меня, на ракомофо. Отлично. Бля, массакру. Все, правда. Я в луне стою, второй хил, встань в свое место. Бежит. Ебись, сейчас какой-то урон. Жбух, жбух на тебя, жбух. Хан Правая. Тебя не достает, поэтому сам убегаешь. Хорошо. Хорошо. Да, мне мана подсела. Долго еще до... Я до лоха не достаю. Я похилю, похилю. А лоха и не обязательно. Блять. Я горил. Готовься, кабая сейчас будет дышать. Он. Гангрена. Гангрена. Хорош. Пушка. Готовим. Стали, стали кучно. Оп. Не вижу. На меня, на меня, на меня. А, да. Вот еще, так что бегите нормально. Вот нормально, сюда. Даже пет там был, нихуя не сработало. Ну, а починили, может? Нет, я он убежал со мной. Нихуя, он прям пет был там. Сейчас... Стой. Я оставлю, я танкую, танкую. Я понял, я гангрене стою, так что мы вместе, я в луне, если что, стою. Блядь, ебать, больно. А, Ментерий, Ментерий. А у меня поглощение. Да, дело не в тебе. А в рейде. Готовимся. На блядь. Куда-то на нужно. Анхоли? Самый край. Луну встал, если что, хил второй. Ну, еще разочек он режется. Готовься, кабаец меня. Ракомакафо, ракомакафо, отлично. Что вообще ты там крат держит? Нормально. Ёбаное говно, только прождался. Так надо прожиматься. Анхоли, анхоли на тебя. У меня КД, у меня как полгода. Должны сейчас добить. Сейчас добить должны. Поехали. Иначе он в Геру войдет, сейчас не убьем. Ну не, добьем. Должны, должны, конечно. Там 15 секунд берса. Бля, у меня пока 40. Ну оно в 30 начинается. 40. ГЦ, хорошо, отлично. Ну, немножко под это. Поебались все равно. В следующий раз сразу надо сводить. Ну он тяжкий, два танка, тяжкий. Рольте, жезл там, локал, на. А надо. Тебе не надо? Там у меня, блядь, один в один, он спиженный отсюда. Mm-hmm. По сути, блядь. Я слоу танка? Не спекаться? Не. Хотя, ну да. А чё да, делать? Да, спекайся. Так, что? Латный пояс, рольте. Ну тут хоть... Тут вы поменялись роллами. Вчера было сегодня, а сегодня было вчера. Сашка, я тебя на ДПС почти догнал, понимаешь, да? Где ты там, блядь, догнал? Так. Илья, посмотри, что никто там. Не умирал, да? Я запускаю. На первом боссе вы втроем там. Косты, 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 косты. Косты, ага. Хожу во сне и жбух вместе бьете. Аж бух, ты вообще не свечишься никуда в инферналах, никуда, только ты на костах. Постоянно, даже если вылезли в инферналы, что случилось, ты не слазишь в босс, ты всегда сбиваешь косты. Я поста как, да?
Да, ты на стаках уже во сне. Тебе нужно обязательно их сразу диспелить. Появляется портал, заливаем баб, не надо их кливать. Появляется вулкан, заливаем вулкан, потом заливаем големов. Я буду метки ставить на големов, приоритетно фокусом их заливай. Вот, Валера, массаку оставляй на эти на големов, ну ты знаешь. Банятся же инферналы, нет? 10 гер. Нет, здесь не банятся, мы в прошлый раз пробовали, нихуя не получилось. Зато им можно сбить каста ОЕ станом, откидыванием. Я пробовал ОЕ стан, не сбивал их. А откидывалка шамановская? Ну тут не могу сказать. Сэс мне откидывай, престо. Так, огонь, ну, баблом тыкайте, паладин остальные разносите. Прохилить, я буду говорить кого. А они грибаются? Нет. Да вот, да? Они когда в ходячем состоянии, вроде грибаются, а вот когда в шарике, то не грибаются. Может быть, и станы также работают. Попробуйте, но у вас три паладина будет заебись. 5 секунд до начала босса. Третий припод. Джераксуса я к порталам подвожу. Угу. Портал заливаем. Локал мэна прохилим. Ох, ебать, как больно. Я долго портал, блядь, где все бить. Уже во сне побежал. Так, со стаками смотрите. Стаки. Кабаются прохилим. Блядь, еще я не достаю, когда кабаются. Не знаю, где надо. Холли побежал. Пошел с ней прохилим. Отвести чуть-чуть надо. Сейчас будут големы, уже готовимся. Нужно все защитные, всю хуйню свою отдать будет. Геру давайте, поехали. Ебать, что, мне каст кикнули, я не могу ничего сделать. Ебать, а че так? Ну, босс каст кикает рандомному челу, вот кикнул мне. И мы тут же все полопались? Я себе... Бор Джераксус, 19 тысяч стрела. Пошли в огонь заходить. Судя это баба. Всему... Это баба кикает, госпожа Боли. Думаешь? Да, она кидает дебаф, который, если ты что-то начнешь кастовать, то она дает тебе сало на 80 секунд. Почему? А, у нее в гейме такая способность. Ты не посмотрел, что у нас дебаф был на бабл, ой, на БЛ. Когда ты крикнул, у нас еще 50 секунд оставалось до скидывания дебафа. Ну ладно, понял, не заметил. Ну это не это вынес. Надо было. Ну там... все равно я о том, что надо было. Да, я думаю, Гера бы не решил, все равно был бы СДХ. А сколько слушай... бабл? Так а зачем танка поводит? Босса подвели к этому, блять. А в чем проблема, портал? И... Кливайте и босса, бейте портал, в чем беда? Сколько баб вышло у вас? Две? Две. Бывало, что одна выходила? Вообще... Да у нас с ними никогда проблем не было. Чтобы просто видишь, нет. Они в гере, они кидают вот этот дебаф, и они четко понятно. На хиловых кидают. Нет, ну, я про то, что... Момент какой? Два портала, собственно, две бабы. Как может быть иначе? С одного портала всегда выйдет как минимум одна баба, правильно? Правильно. Нет, в гере они выходят бесконечно. Если портал не нет, забивать, я это понимаю. Но у нас было два портала, он же два успевает кинуть. По-моему, один был. Потом... Сначала портал, потом инфернал, потом портал. Да, две бабы с одного портала сейчас вышли. Типа, если вы баб до инфернального зальете, вот этих сала вот этого не будет, они не будут лишь. Надо баб убивать. Ну мы и так кливаем, я не знаю, куда. Нужно еще. Именно убивать, чтобы они сало не давали. Видишь, вайпы за сало был. Давай попробуем, давай да, бабу заливать, появляется бабу, зальем. Там особо не потеряем ДПС, но побьем там на секунд 30 дольше, ничего страшного. И перед тем, как... Понятно. Так, все, запускаю. Готовьтесь, отчет даю на запуск. Да, сейчас я, ладно, потом обсчитаю.